За 50 лет творчества у известного алтайского художника Ларисы Пастушковой размышлений накопилось немало. И поселились они в картинах. Автор словно предлагает зрителю остановиться и заново прочувствовать этот разноликий мир. Красочная Индия, таинственный Восток, современная Европа и загадочная Латинская Америка. Впечатления от многолетних путешествий легли в основу живописи художника. Первая страна, где я была, это была Монголия. Она меня настолько поразила, и настолько это, как бы она показалась мне другой вообще, другой жизнью, что я не могла как бы не откликнуться. Но есть то, что объединяет не только все страны, но и народы. Черный квадрат, тот, что изобрел еще Малевич, уверяет художница, сегодня мог бы стать символом эпохи. Черный квадрат – это символ нашего времени. Мы все смотрим в черный квадрат. Несмотря на то, что он там круг или прямоугольник, или там какая-то другая форма. Но вот это вот меня как бы уже давно как бы очень сильно интересовало. Весь мир заражен этими цифрами, цифровой системой. Свою первую выставку «Начало» Пастушкова представила еще весной как художник-графист. Именно с этого она и начала свой творческий путь. А в этих ярких полотнах автор видит свое продолжение. Усиливают философскую составляющую картин необычные вставки-комментарии, где живописец иносказательно донесла до публики свои мысли по поводу жизни и своего дела. Познакомиться с работами Ларисы Пастушковой можно до 28 августа в музее «Город». Валентина Аскерова, Анара Шагирова, Вадим Быстревский. День с толком.